наши аплодисменты. Ну и завершает конкурс приветствия команда, которая представляет Тюменскую область, Амутинский район. Команда КВН «Тихий омут». С вами Евгений Саныч, и я председатель Амутинки. И сегодня мы будем разрушать стереотипы о том, что в селе живут несовременные люди. Поехали! Это наша Амутинка по праву считается родиной Манекен Челлендж. Это плохая примета. Сейчас проверим на Сане. Саня! Наши мужики тоже патрятся в Water Challenge. Может, где нам покажу Water Challenge? Подписывайтесь на мою страничку в Одноклассниках. Если вам понравилось мое видео, то вам понравится и в Амутинке. Ну чё, не узнали? Ну это мы живем припеваючи и призакусываючи. Но это у нас настолько хорошее образование, что мы уходим из школы после 9 класса. Но это у нас красно-белым можно и прокурору пожаловаться, и к терапевту записаться. Узнали территорию качества? Здорово! Ну что, дорогулечки, чем тюменского зрителя будем удивлять? Коля, ты зачем барана вынес? А я что, на сцене должен стоять один? Не переживайте, это Коля. С ним часто такое бывает. Он однажды дом поджег, чтобы страховку получить. Ну и получил. Хозяин дома страховку, а Коля условку. Ребятушечки, мы уже четвертый раз в Тюмени. В четвертый раз, а вы еще моих новых стихов не слышали. Да мы и старые слушать не хотели. Терпите. В Государственной Думе придумать программу про выселение из ветхого жилья решили. Вот меня вчера выселили, а заселить забыли. Саша, у тебя плохие стихи. А у тебя ноздри широкие. Встань на место. Роднулечки мои, вы что такие кислые? Между прочим, у кого-то сегодня день рождения. Да? А мы не знали. Давайте сбросимся. Вот тебе от всего района. Алло, Андрюха, можешь сауну заказывать. Там твой день рождения отметим. Женя, ну ты как всегда. Я вообще не понимаю, что ты в нашей команде делаешь. В смысле? Ну ты же даже с нами общаться не умеешь. Вот Саня слепой, Серега глухой. Да вы что, родные? Да я ради этого повода даже пару жестов выучил. Женя! Ну ладно, все, мне пора ехать. Дайте денег на проезд.
Вон у Сереги спроси. Да едь уже! Алло, Андрюха, мясо тоже можешь не брать. А нам-то что делать? Ну так номера показывайте, вот пусть Серега объявляет. Так он же глухонемой. Ну и Гугл ему в помощь. Добрый день. Случай в школе. Здравствуйте, дети. Тема классного часа. Кем я хочу стать в будущем? Я летчиком. Я врачом. А я депутатом. Так, Леутенко, а почему сидя отвечаем? Привыкаю. Волонтер собирается на свидание. Это меня полонит. Ей я не доверяю. Но она повседневная. Ой, а тут вообще пятно. Блин, мне теперь вообще надеть нечего. В Амутинке появился сервис «Самая быстрая скорая помощь». Здравствуйте. Вы позвонили в самую быструю скорую помощь. Оставайтесь на линии, мы вам обязательно ответим. Пожалуйста, не умею. Ваша позиция в очереди 1215. Да как так-то? Им только спросить. Ну что, будем заканчивать? А какая концовка без правильного стихотворения? На Евровидение нас не пускают, но я на эти принципы плюю. Пусть по Серегиным рукам читают наше патриотичное... Так, хватит, встаньте на место. Ребята, вы что забыли, что вы говорили, когда уезжали из Амутинки? Ура! Я не об этом. Заканчиваем. Ну что ж, друзья, перед вами выступали настоящие агенты КВН «Тайное оружие Кремля». Ну, сами посудите, если что, он ничего не слышал. А он ничего не видел. А я? А тебе все равно никто не поверит. Команда КВН «Тихий омут». Как живем, так и шутим.